Участие, тем более победа в международном фестивале – дело непростое, но зато очень интересное. А еще это значимое событие не только для конкурсантов, но и для региона, который представляется на международной сцене. Юная рязанка Оревик Казанчан привезла победу с недавно прошедшего конкурса «New York I Love You», покорив всех чудесным академическим вокалом. Наша съемочная группа познакомилась с юным дарованием и узнала о впечатлениях от конкурса и о творческих планах на будущее. Сложно было в конкурсе победить? Сначала из-за волнения я думала, будет очень сложно, но когда вышла на сцену, то поняла, что я должна здесь и сейчас выдать все, что я знаю, все, что могу. И поэтому в момент выступления было уже несложно. Какие эмоции испытывала после получения награды? Сначала все-таки не верила, не понимала, а потом уже, когда осознала, что я действительно победила, что у меня это получилось, я была счастлива, очень рада. Ну и какие у тебя планы на будущее? Ну, участвовать в других конкурсах, и вот сейчас готовлюсь к международному конкурсу, который будет проходить в Сан-Ремо.